В эти минуты в Самарканде стартовал саммит Организации тюркских государств. За круглым столом собрались представители 7 стран – Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Турции, Венгрии, Туркменистана и Казахстана. Касым-Жомарт Токаев вместе с другими участниками саммита обсудит вопросы в сферах экономики, торговли, транспорта, таможни. Сегодня совокупный ВВП стран ОТГ превышает 1 триллион долларов. Такой же показатель общего объема внешнеторгового оборота объединения. На организацию приходится 1,5% мировой торговли, отмечают специалисты. Как ожидается, по итогам саммита председательство в организации перейдет от Турции к Узбекистану. А участники примут Самаркандскую декларацию, в которой отразят стратегию развития организации до 2026 года. Если мы посмотрим на ОТГ, то Казахстан крупнейший торговый партнер Узбекистана в рамках организации с товарооборотом, который достиг в 2021 году более 4 миллиардов долларов. Учитывая, что члены этой организации находятся в геополитически очень важных регионах, связующих регионах, Казахстан, который связывает фактически да, Европу и Азию, и та же Турция, которая является тоже мостом между Европой, Азией и даже Африкой.